Протяженность реки Мята всего 10 километров. На ее правом берегу находится деревня Акулова, тихая и уютная. Наверное, многие хотели бы обзавестись там земельным участком и построить дом прямо на берегу речки. Но строить в пойме закон запрещает. Правда, как показывает практика, не всем. Мы сначала перегородили реку, потом укрепили берега шинами, строительным мусором. Ну и так далее. То есть нарушение экологии. Земельный участок в пойме реки Мята купил житель соседнего городка. Он решил по своему усмотрению распорядиться не только своей собственностью, но и водным объектом, который по закону принадлежит Российской Федерации. Река Мята, она касается всех. Она, с нее начинается река Нара. Нара впадает в Аку. Это, в общем, целая такая водная артерия Московской области. Поэтому, а люди, которые приобретают там участки земли, иногда, может быть, недобросовестные, те, кто оформляет документы, делают это без обременения, они думают, что это некий ручей, владельцем которого они стали, и, соответственно, они могут делать с ним все, что угодно. И вот это заблуждение, оно, так скажем, не освобождает от ответственности. Эта встреча депутата областной думы и жительницы деревни Акулова уже не первая. Совместными усилиями удалось добиться сноса забора, который перегораживал реку. Теперь осталось решить вопрос с домом, вопреки закону, построенному в пойме. А для этого нужно разобраться с документацией. Мы, безусловно, будем помогать и дальше взаимодействовать с Минэкологией, с администрацией. Посмотрим, что в предписании. Потому что предписание пришло только в декабре. Сейчас в МСЭДе мы его найдем и поймем, что предписано владельцам этих земельных участков. Жители деревни Акулова на сносе строения не настаивают, но и мириться с загрязнением реки Мяты не готовы и просят включить ее в региональную программу по очистке. Экологические вопросы по-прежнему будут на личном контроле у депутата Олега Рожнова. Их решение народный избранник будет заниматься в рабочем режиме. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».